Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем снимать тег. Сегодня видео непростое, потому что оно совместное, вместе с одним очень молодым-молодым блогером, девочкой, которую зовут Настя Милашкина. Она, можно сказать, из другого поколения, потому что у нас возрасты очень разнятся, она намного-много младше меня. И я думала, что же мы можем снять с ней вместе, и решила снять тег такой прикольный, веселый. Было бы интересно посмотреть, как я, взрослый такой уже человек, сниму это, и она. И сравнить, у кого получается лучше, или вообще, ну, просто посмеяться. Тег называется «40 эмоций в одном видео». Ссылочку на ее канал я оставлю внизу. Мы с ней совсем недавно познакомились. У нее очень интересный, прикольный канал. Там всякие советы, покупки, теги. В общем, веселый и интересный. Если кому-то любопытно, то заходите внизу по ссылочке и посмотрите, что сняла она и как свои эмоции показала она. Итак, приступим. Ура! Почему это со мной происходит? Господи, да что ж так пугать-то? Нет! Это не я. Это не я, у меня вообще даже в мыслях такого не было. Такой смешной. Ну и не надо. Подумаешь, я не обиделась. Вообще ни капельки. Ты сказал, ты что нарываешься? Что хочешь получить от меня, мазафак? Ой, я тебя умоляю. Я такую жизнь прожила уже. Столько знала, у меня такой опыт. Да какого хрена? Да сколько можно уже? Что? Нет. Кто я? Где я? Мама. Я говорила тебе. Я говорила тебе. Как мне надоели эти люди. Как мне надоели эти коты, которые орут по ночам. Чё смотришь? Позируй. И долго мы будем так смотреть друг на друга? Он звонит? Нет, не звонит. Писал. Я знаю. А что это вы на меня так все смотрите? Я такая же, как вы, обычная девчонка. Ах,
Ох, горячо. Я что ли подделка? Я не могу это сыграть, потому что я реальная. Я снимаю. Итак, тег закончился. Сейчас я вместе с вами буду смотреть, пока буду монтировать, смотреть, что же получилось и как мои актерские способности. Ну, было необычно, кстати. Это можно использовать как портфолио для актерских агентств всяких. Может, меня возьмут в кино. Если вам понравилось, или хотя бы что-нибудь понравилось, и у меня все пошло по-актерски, ставьте лайк, пишите комментарии. Если что-то не получилось, я с удовольствием отработаю этот момент. С вами была Сирена Свей. Пока-пока, увидимся в следующем видео.